Спасибо, лучшая игра у вас была. Лучшая игра. Я вас поздравляю. Все молодцы. Лучшая игра. Кричите что-нибудь! Ура! Слава команда! Слава команда! Привет, ты с первого канала? Здорово! Тебя как зовут? Скажи немножко. Меня зовут Настя. Я из команды Мегаполис, Москва. Мы упорно тренируемся, и мы полуфиналистки! Ура! Это был ваш лучший матч, который я смотрел. Да? Лучший. Гол претендует на лучший гол. На лучший гол турнира. Это все. Владимир, гол претендует на лучший гол турнира. Ну, еще будет лучший гол у нас. Да, так вообще-то, так раскатать штрафной, так раскатать, это все, это высшей лиги так не получается. Ну, вот получилось. Вот те парни нам подсказали, так делать. Те парни? Да. Ну, значит, те парни подали для вас хороший пример. Мои поздравления с выходом в полуфинал. Спасибо. Это хорошие шансы для вас открывать финал. Мила, супер, лучшая ваша игра. Муж запрещает играть, и он надеялся, что сегодня мы проиграем, будет последняя игра, но, к сожалению, будем играть дальше. Так, понятно. Ну вот тогда вот будет от имени кинопроекта общаться с вашим мужем, говорить, что у него... Вы с ним не сможете общаться, он далеко. Далеко? Да я так свернула, отстань. Победили! Победили! Скажи, ты рада, что мамина команда выиграла? Да! Ты болела? Да! Мегаполис! Молодец! Самое лучшее у нас. Сейчас главный вопрос. Есть ли личные таблетки от безболезненности? Девочки! Мегаполис! Помочь? Давай еще раз! А давай еще раз, подожди. Я люблю Мегаполис! Настя, скажи, как ты сюда попала? Как давно узнала об этой команде? Не так давно, в декабре. В декабре, так. Да. То есть, да, позвали вас... играть, да. Я просто увидела фотографию, мне стало интересно, позвали играть, и я согласилась. Это по Фейсбуку, да? Да. Так, отлично. Слушай, но в любом случае, смотрите, вы вынесли чемпионов. Это интрига турнира. Я об этом напишу везде, в том числе в блоге кинопроекта, в том числе и лучший гол уходящего года и так далее. Все, еще раз спасибо за футбол. Спасибо.